не состоялось из-за занятости гродненского Немана в Еврокубках. И вот с этим как раз-таки и связан этот перенос. И вот поэтому Нафтан пропускал в начале второго круга несколько матчей, в частности матч с Неомотари. 12 номер, голкипер, рассматривает на свой секундомер, дает стартовый свисток, игра началась. И давайте обратим все взоры на поле, что же у нас будет происходить. Матч, мне кажется, сегодня будет очень Ильев на позиции последнего центрального защитника. Отлично сыграл. Так вот, в составе новополоцкой команды. Посмотрите, шикарная была передача. Цепляет защитник новополоцкой команды нападающего Гродненцев. И заслуженная карточка. И, по-моему, даже красная. Вот так вот на стартовых минутах матча красную карточку получает игрок новополоцкой команды. Если мы уже узнаем результат этого противостояния. У нас штрафной в пользу Немана. Ворота Нафтана. Удар по воротам. По-моему, это Игнат Пранович. Пранович тянет мяч. Хорошая скорость этого футболиста. Обыгрывает Васильева. Пранович штрафной. Передача. Не получается удар у Житнего. Пранович подхватывает мяч. И чем же закончится эта атака? Шикарная атака была новополоцкой команды. Вновь Евдокимов был. Передача хорошая в штрафную. И дальше был прострел. Ну и Алексей Харитонович первый на мяче. Заслуженные аплодисменты голкиперу новополоцкой команды. Ну и на ваших экранах мы видим Павла Савицкого, Максима Кравцова. Кухарчик на вес штрафную. Доходит мяч до партнеров и удар через себя. Классный удар, но легкий. Легкий удар для Алексея Харитоновича. Это Павел Савицкий. Именно его показывают сейчас вам на экранах. Хорошо Павел принял мяч, обработал, ударил, но слабовато. Ну и вот он повтор этого эпизода. Да, классный прием. И тут же не было лишь два футболиста. Якимов. Удар по воротам Харитоновича. Опасно было здесь. И Харитонович вроде как даже контролировал эпизод, этот полет мяча. Упал он в правый от себя угол ворот. И провожал этот мяч. Уже коротке решили сыграть через Павла Савицкого. Васильев. Классная передача на Карповича. Карпович прострел вдоль ворот. И Неман. Еще один навес. И блокируют защитники Нафтана. Еще одна попытка ударить через себя. Ну и это, по-моему, Егор Зубович. Да, в первом тайме точно так же. В тайме, по-моему, Нафтан и не наносил ударов по воротам. И мяч не доходил до Максима Белова. Неман. Ну и здесь исхитрился все-таки футболист Немана. Ой, ворот Нафтана. Подача в штрафную. Ай, может быть очень опасно, но мяч уходит выше ворот. Результатно. Еще одна подача. Гвет очень высоко выпрыгивает. Гвет наносит удар по воротам. И Харитонович прямо из-под перекладины вытаскивает этот мяч. И переводит его на угловой. Казалось бы, такая высокая передача, и ничего опасного здесь не будет. Но Гвет просто высочайший. Дали сделать передачу на Гвета, и было сложновато здесь Егору Кресту. Еще один заброс в штрафную. Удар по воротам из-под перекладины Харитонович. Классно играет Алексей. А у ворот Нафтана становится все опаснее. Мог нанести травму. Павел Савицкий с мячом. Савицкий. Подача на Карповича. Карпович заброс штрафную. Гвет! Классный удар от Гвета. В падении. Через себя выше ворот. Расстроен Леонард Гвет. Но момент шикарный. Дождемся повтора.